Всем дня доброго, субботнего. Просили обзор сделать нашей баньки. Банька небольшая, двухэтажная, с мансардой, 8 на 8. Но внутри будет где-то 7,5 на 7,5. Стены брус 195, плюс утепление будет. Видите, второй этаж тут сейчас все пропенил, подготовил. Пол уже утеплили на 200, черновая доска, сейчас фанера приедет. Из фанеры будет второго этажа. Второй этаж будет теплый, но с электрическим подогревом. Просто конвектора. Здесь будет туалет. Детская. Детская. И еще одна. Здесь будет дверь прорубливаться. Тут смотрит на участок. С другой стороны на лес. Видите? И здесь будет делать, буду балкон. Полностью на всю ширину бани. С вылетом где-то метров 5. Вылет будет от бани, и там будем выходить и забирать. В общем, зона такая, релакс. Здесь у нас спуск, лестницу надо делать, окна выпиливать, вставлять пока пленка, потому что минваты уже сделали, что дождь. Вот такой вот небольшой предбанник, обычная лестница. Пойдемте потихоньку спустимся вместе. Здесь 2 на 3. Здесь дверь, все вырубаться будет. Здесь веранда будет теплая. Подготовил ее сейчас. Проантисептировал на третий раз уже. Здесь будет погреб. Спускаться, выкопаем. Такое отверстие технологическое сделал. Здесь будет прорубливаться в туалет. Ну, а тут минвата. Тут комната отдыха. Комната отдыха. Вот она. Она получилась где-то примерно 4 на 6. И там получается бойлерная, моечная и парилка. Здесь будет камин по центру. Ну вот, так вот, сейчас покажу с улицы. Здесь вот уже мы постелили, утеплили, чтобы ходить можно было. В понедельник займемся здесь. Этажом, чтобы нам минвату оттуда он вытащить, чтобы внутрянкой заняться, не переворачивать здесь раз. Первый этаж закончим. Пойдем на второй этаж. Потолок. Вот. Отмостку. Отмостку, конечно, не ругайте. Это я сам заливал. Отругали меня все. Ну, я же не спец, не ПГСник. Я сварщик. Поэтому. Ну и красить надо. Красить будем. И получается будет на всю ширину из металлоконструкции балкон. Она же будет летняя веранда. Там будет стоять барбекю, ушница и так далее. Потому что эту веранду мы замастырили. Все будет выпиливаться. Будет теплая веранда. А с другой стороны Наталья Алексеевна мне заказала павильон, оранжерею. Там будет бассейн и оранжерея. То есть всякие цветочки зимой там выращивать и так далее. Но там будет плита полностью. Вот это вот. Сейчас дренаж надо сделать. Вода, чтобы туда уходила. И залить все это бетоном. Там плиту, арматуру привезут и залью. Провожу. Там дренажный колодец вон есть. И мне надо еще желоба. Ну вот, такая вот у нас шикарная баня строится. Думаю, что осенью на помывку будем приглашать. Или к Новому году. Наверное, Новый год. Все супер. Прохладно у нас сегодня, ветерок. Отлично.